друзья, вы на канале У Приходько. В этот хороший день я хочу указать вам на здание, которое находится за моей спиной. Это фамильная мастерская по керамике «Комарс». Непонятно, почему здесь не собирают хурму. Посмотрите, сколько хурмы растет, и никому она не нужна, я бы ее тут же съела. Многолетние традиции и тосканский антураж позволяют создавать посуду и предметы быта высочайшего качества в единственном экземпляре. Все делается вручную. Давайте зайдем в мастерскую и посмотрим своими глазами. Переводим рисунок, который будем впоследствии наносить на керамическую плитку. Керамическую плитку заказала одна женщина, которая хочет повесить ее на ворота своего дома. Делаются маленькие дырочки, отмечаются места, где будут окошки и все прочее, все линии. Chiama spolvero di nome in Italia. Dentro c'è il carbone tritato. Ora però questa cosa ancora è bollente e poi cambierà colore quando si raffredda. Сейчас Флавио запаковывает свои уже готовые работы для пересылки по почте. Если вы будете заказывать, имейте в виду, что он их упаковывает вот таким образом, и скоро вы получите свои подарки. Нас угостили плодами с этого чудесного дерева, и мы уже занимаемся сбором урожая. Так закончился сегодняшний день в мастерской по керамике.